Впервые в истории работы паралимпийского движения наши спортсмены выиграли 6 лицензий на белую паралимпиаду в Сочи. Она пройдет с 6 по 17 марта. Бороться за призовые места казахстанцы будут в двух видах спорта – лыжных гонках и биатлону. Об этом на брифинге службы центральных коммуникаций сообщил глава профильного ведомства. Тастанбек Есентаев подвел итоги и прошедших 27-х зимних олимпийских игр. В десятку лучших спортсменов четырехлетия вошли 15 казахстанцев. Семеро из них вошли в шестерку призовых мест. Они получат премиальные выплаты от государства. Олимпиада чемпиона. Олимпийские чемпионы и олимпийские призеры получают пожизненную стипендию. В нашей стране она равна 24 МРП. В будущем мы планируем приравнять эту сумму к 63 месячным расчетным показателям. Но для того, чтобы готовить чемпионов, необходимо развивать спортивную инфраструктуру. Уже в этом году чиновники обещают приступить к строительству 15 физкультурно-оздоровительных центров. При поддержке правительства на 2014 год предусмотрены средства в государственном бюджете на строительство 15 ФОКов. Кроме того, агентством инициирован проект по внедрению быстровозводимых плавательных бассейнов эконом-класса при общеобразовательных школах и по месту жительства. Также в рамках подготовки к международной выставке «Астана-экспо-2017» агентство инициирован проект создания велодорожек в городе Астане